Поехали. Всем привет, с вами Арчи Данш. Сегодня я показываю его прохождение краснокаменной шахты. Вот самый биом, который раньше у меня не был любимым. Тогда у меня не было этого молотка, кольчуги, моей любимой. А опять, кажется, у меня открылся холод секи. И я когда-то здесь уже выиграл, когда применял персонажа на Стивика. Что Стивик? Это некрасивый персонаж. Ну, он такой вот. Да. Можно так сказать. Вот, надо туда. Я использую только чудесный плащ. Смотрите. Нет, здесь вот. Вот, смотрите. Ищу фейерверк и улей этот. Так. Фейерверк у нас огромный урон. А я хочу огромный урон просто. О, смотрите, его сейчас закину прямо в пропасть. Удивились уже? Смотрите, он даже задал нам сложного монстра. Нам задали монстра такого. Вот такой босс, которого я хотел вам показать. Ай, кусается, похоже. Я ему что, не нравлюсь? Я ему не друг? Я ему не хочу... Я победил его! Это не босс был, это был босс мини. Мини-босс. Всем спасибо, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях, как его тоже можно одолеть. И смотрите на мои ресурсы, которые я использовал. Причем без фейерверка я использовал. Вы удивились просто. Пока.